моя задача сейчас пойти еще на Челмедосвина установить вот эту штуку. Сюда. О, еще к Иисусу зайду. Идет. Что-то, правда, мне далеко переться. Ну ладно. Так. Самое близкое. Давай. Она написана в описании стрима же. О, привет. Не, не хочу с вами драться, чуваки. Как мне перейти? Как мне перейти? А, мне туда надо перейти. Вот. You know you can die from a titty twister? Полицейский участок. This is where Jimmy gave me that noogie one time. Пойдем-ка зайдем. Так. Sorry, kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Полицейский дубинка. Полицейского-то нормально. Nothing ever happens in this one horse town, except for hippie infestations, cat piss huffing, guinea pig attacks. Hey, kid, find the key and bust me out of here. Okay. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Got it. А, какая-то странная штука. Выключили камеру. Ну, пойдем наверху поищем. Мы же хотим зумочку-то это получить. Нечего подглядывать. Пум-пум-пум! Ну ладно. Вещдоки. А можно как-то прыгать, наверное? А как можно прыгать? Я не знаю, как прыгать. А, или можно на кнопочку нажать. Вот, сойдет. Хватит хвиль подсказывать. Легкая сетина. Цепки. Крутая штука, надо что-нибудь надеть сейчас. Цацки. На 5-9. Нет, фигня. Фигня, фигня. Ну, перчатка дроида. Давай. Изменить. Вот. Изменить. Ну давай. Не очень-то это круто, но ладно. Так, ничего не нашел.
Не посмеешь. Окей. Окей. Оружие. Мне ничего не дадут? Наклейка череп. Осмотр. Вот это крутейшая штука-то. Учитывая, что у меня нет ничего подобного. We've been getting reports of a bunny rabbit running around. Stomper had a couple more years on his sentence, but you do have the key. Thanks. Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been snuck into prison in some kid's asshole. Okay. Да я знаю, Хил. Я же туда еще вернусь. Хватит мне вот этот. Хватит, хватит. Я шапочку надел для того, чтобы показать, что я очень сильно прошарен. Ладно, надерем им зад. А то чё они? Ай да яй, да красавчик вообще. Машину можешь сходить. Там что-то найти. Ничего нет. Церковь. Обретем Иисуса. Сына Божьего. И чё, не так? Он работает. Ого. Смотри, каждая атака. Солидно. Солидно. Это что, сюда эта штука? Нет. Огненный не хочу, вот это хочу. Не-не-не, погоди. Изменить. Вот это нафиг не нужно мне.
Что? Ну точно, так же. Ну чё вы мне? Чё ещё делать? Так. А что еще надо сделать? Выключить свет, включить, Ладно, Хильд, можешь подсказать. Так. Мог ли я упустить какую-то штуку здесь? Я не думаю так. Я так не думаю. Да и хрен с тобой. Да и ладно. Да и черт с тобой. Были эльфы, ушли эльфы. Вроде бы должен быть. Туда можно еще туда заскочить.
place is dark and scary. What if you never found me? Детям нашел. Так, что там есть у нас? Угу. Ага. Че, к Элагорну пойдем? Пойдем к Элагорну. Да, Иисус нам пока не нужен. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Manbear Pig base. Gorn. Сейчас на самом деле он нам, наверное, лицо-то разобьет. Sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Что, здесь ничего нет даже? Back again, Junior Algorian? Have you found somewhere in the sewers to put the defilibrator? А, хорошо. Тут кто-то, по-моему, был. Нет, я ошибся. Так. Ну, да вроде нормально, а чё? Какая разница, за кого играть там? Так. В канализацию. Пойдем Челмеда с видом убивать. Ну давай. Ох. Тяжко мне, тяжко. Пойдем, пойдем. А, я не могу, что ли, пока пройти? Получается. Да, наверное, я еще пока не могу и выполнить этот квест. В мэрию заскочим. Плохая киса. Тимми. Игрушный Джастин Бибер. Ну-ка, давай их побьем. Джастина Бибера игрушного отбирает. Представляете? Давай. Нормально ему КПС восстанавливается, кстати, с этой штуки. Чем могу вам с уверенностью сказать. Мне понравилось. Ее поджарим. We usually win. You like beating up on girls?
kid. That was so amazing, what you did for me. I won't forget it. Ясно. You're trying to find Craig? He's in detention at school. He's always in detention. Вот за мне, да, тебе. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Окей, окей. Найти Иисуса. Найду, найду. Змеекот. Так, окей. Что у тебя есть? Монокль. Монокль можно же одевать. Нет? Нет. Ну и ладно. Hey, kid. Maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop-chop! Всех бездомных избить. Без базара. Я этим занимаюсь. I don't even like donuts. That's the sad truth. Хорошо, хорошо, обрету Иисуса я. Ну и где ты? Засранец. Прячешься. Где ты прячешься? Тихи-хи-хи. Я все равно не могу. А, вот он. Вот он. You found me. Ти-хи-хи. Next time finding me won't be so easy. Despair, for many find Jesus only to lose him later, but the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Okay. Итак, что мы сейчас будем делать? Картам. Блин, ну еще разок к нему идти. Ну хрен с тобой. Хрен с тобой. Ну да, там хоть телепортик будет. Что и оттуда же и пойдем к Картману. Два раза бегать. Порядок. Thank you.
Похороны? Наверное, из этого, из как его? Из-за... Из фильма, как его, Волчок? Я думаю. Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. Я не уверен. Наверное, да. But I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Вот, я же прям вообще здесь можно это. Не, нельзя было здесь. Я думаю, сюда можно телепортироваться прям было. Ну ладно. Бежим! Секунду. Мне сюда надо? Нет. Нет, Гекот, не будет сегодня красить. Заперто. Обидел парня. Я здесь был, я здесь был. Я прибежал. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. Yeah. Вот тебе вакуум. Goddammit, я не туда поехал. Черт возьми. Я запомнил, что туда можно было прям телепортироваться. Douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon shout. Дерев дракона, давай, научи меня. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done. But first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Пукать на чьи-то яйца, отстой. All right, then let's begin your training. Ну давай. Your dragon shout. You must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Mm-hmm. Хорошо, ща. Find the frequency. Hold.
Hold. My God, that was... На скеле. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that мелодичное звонкое заклинание? The dragonborn has come at last in our hour of need. Дракона рождённый, вот он, да. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Yeah, хорошо. While I rest and relax upon my throne. Пойдем-ка. Оружие. Молот нуба. Дубинка мордобоя. Тоф на один. Ну что ж, давай. Снаряжение. Снаружи. Главный убор. Вот спуск. Мне жалко, у меня же мало этих штучек. Всяких крутых. Во. Назад. Отсюда тоже достать. Ну, рано. Денег не достать. Вот. Так. Так. Давай. Не. Мне это нужно. Больше денег. Во. Вот это крутейший штук. Так. Ну, перчат герой даст. Вагл тоже нашел. Призвание. Это шуточки надо. Итак, ну ладно. Нам надо в школу. О, нам нужно придется долго бежать. Ладно, будем бежать. Серьезно, я боевито, да, выгляжу теперь? Это вам не это. Так. Это мы сюда ходили. Да, это батас. О, можно разных этих. Принцесса Кинни. Конечно, я хочу с принцессой Кинни. Принцесса Кинни, здорово. Я же в компании женщины хочу быть. Кап-кап. Сюда куда-нибудь. Сюда.
Вот куда это? Интересная находочка. Сломать. О, бомжи. Ломай, бомжи. Сейчас мы надаем. Давай-ка мы бомжей Иисусиком. И все. Слишком крутой Иисусик. Да, с Иисусиком вам не это сражаться. I'm going to beat the shit out of you. Ух ты какой. Сейчас я его поджарю. Принцесса Кенни. Не, мне нужно одну цель. Ага. Левую. Левую. Ну что, пока не заискрит. Не, я пропустил момент, когда ее заскрил. Серьезно. Ну да. Тоже полезно. Нифига себе. Венец друида. Не. Мне хотя интересно сравнить. Меня с друида. Че даешь? Нафиг не надо мне. У меня солиднее штука есть. Так. Теперь у меня еще штука. Этот как. Способность. Способность. Ага. Особая. Что это изображено? Это мне и так есть. Нормально. Каждый раз выполняешь магическую атаку своим оружием, ты накапываешь силу. Контратакуй врагов своей задницей, для этого нужна мана. Окей. Когда ты задействуешь волшебное оружие ближнего летального боя, наносит больше урона. Да нафиг оно мне надо. Дракон. Ну давай на всякий случай просто. Лишние хп никогда не лишние.
на себя выложу. Ну, здесь то уж точно какой-нибудь извращенец. Нет? А кто здесь живет? Мы здесь были? Ясно. Задрот. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my mom. I can't go outside when she's at home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Мать Клингонов. Хорошо. Если мой пад. Ласка, ласка, микротип. Окей. Нельзя. Здесь. Деньги. Забрал. Эликсирманы, эликсирманы. Ошибка дуэлянт. Так и оружием близко на букву. Ничего себе. Ничего себе. Хочу, конечно. Что там у тебя есть? Кань. Ага. Вот эта штука новая. Ну, это тоже ничего такая штука. Ну, особо не пользуюсь атаками без него по и вроде бы. Поэтому можно, наверное, забить на это дело. Вакла, что ты делал? Окей. Окей, 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 окей. Ладно, бежим отсюда, бежим, пока не поздно. Нет, сюда мы пока не можем. А куда мы можем? Здесь что-нибудь найти? Здесь что-нибудь найти. Окей.
Больше ничего нет? Больше ничего нет. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? I see only Duff and Kay. You are a rotting corpse to me. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Дурацкие конформисты. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Ясно, спасем Крейга. Так. Excuse me, but school is out, and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Ну, надаем ему. Легко вообще рыжему. Так. Начнем-ка поджарим рыжего. Все. Вообще в секундочку рыжего. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Хорошо, хорошо. Так. Сюда нельзя. Сюда можно что-то посмотреть. Все, кто умерли в этом в Южном парке. Окей. Достижение студентов. Ага, я понял. Забрать. Слабые. Так, пойти не могу. Так, я понял, что мне нужно туда идти, но я хочу... Отвлек рыжу. Конечно. То есть, надаю ему, конечно. Какие-то рыжие какие-то слабые. Давай мы поджарим всем. Search him. Stop.
No! Get away from me, you freak! Ладно, хорошо, пойдем туда. Там, где он заперт. Ага, то есть я не могу сейчас. Ну что ж, ладно. Какая-то штука. Ладно. The protector of the brass key will never surrender. Ха. И чё, как мне пройти? Куку не выберешь. Давление. Не. Окей. А, во. Вот он. Не заметил. Ой-ой-ой, еще и педофилия здесь какая. Эй, а как от них избавиться? Они убили Кенни. Они убили Кенни. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Хорошо, хорошо. Сюда зайти не могу. Так. Ладно, значит, мне дали первый ключик. Первый ключик есть. Это я здесь был. Лунный ключ. А. Here, погоди. Штука вот здесь. А, я это видел. Это... Ну что, давай. Значит, много-много... Далее. Сюда на агрессочку. Сколько стекла? Смотр. Thank you.
Эй, а что-нибудь мне нужно же? Что-то хорошее-то? Что-то полезное отсюда взять? Так, а как мне... Здесь сделал? Это только стонет. А, угу, я понял. А, надо баттерс сменить. Я понял. Сменить. Группа. Баттерс. Maybe you could take the silver key. Really? Find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Нет, я хочу принцессу Кенни. Так, ну что ж, хорошо. Пойдем сюда. Что здесь есть? Ничего нету. О, золотой ключ. Нет. Вот сюда. Изи вообще. Ох, ну все, пойдем его освобождать, Клайда. Самый главный рыжий. Рыжий куратор. No hall pass? It's time to write you a referral. О, го-го-го, а? Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Ну-ка, сейчас мы этому боссу. Ага. Ну, начнем. По рыжим-то. Ну-ка, принцессу Кенни. Так. Как мне от них избавиться? Нет! Я не знаю, как от них избавиться. Так, какой-то шкафчик. Вот этот шкафчик. Нифига себе. Каких мне штук надавали. Глава регенерации. Да, это фигня. Серьезность более круче. Мячик. Тоже не очень интересно. То, что у меня есть покруче. Damn you, Craig!
Не, как-то можно было. Можно, чтобы она оставалась в живых. What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Уровень 5. Крутая способность у меня теперь есть. Полностью прокатим.